Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 3 серии. Итак, повреждена крыша и крышка багажника. Явно что-то на них упало. Остальное вроде бы как бы целое, поэтому на замену только эти две детали. Но для начала я разберу и потом подниму первым делом эту часть крыши. Что я делаю? Итак, крышу более-менее поднял. Теперь произведу нужные мне измерения. То есть по высоте крышу, по диагоналям проема стекла. И если все нормально, буду срезать крышу. Если нормально, подтяну. То есть до примерных размеров. Ну, здесь получилось более-менее все нормально. Начинаю удаление старой поврежденной крыши. Итак, крышу снял, промерил, и сейчас буду заниматься донорскими деталями. Донорские детали привезли по цвету машины в довольно-таки приличном состоянии. На крыше есть несколько небольших вмятин. Я думаю, что ее смогут выкатать. Поэтому было решено все сделать аккуратно, чтобы не пришлось красить крышу. Итак, удаляю все ненужные мне части с донора и оставляю только то, что мне нужно. Итак, ампутировал все ненужные мне части и теперь готовлю крышу к установке. Чуть-чуть стойки свело, поэтому чуть немного их распираю. Ну а затем примеряю крышу и, если все нормально, свариваю.
Итак, крышу сварил, аккуратненько зачистил. Сейчас промазываю грунтом. Вот. Затем шов герметика и кисточкой покрашу желобки. И больше на этом работа моя закончилась. Так как замененные детали в одном цвете с машиной, я ее красить не буду. Я собираю автомобиль. И эта машина, как видите, обошлась без покраски. Ну, на этом сегодня у меня все. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на новые. С вами был Артур. Пока!